помощью последних $800 верно я сделал 2000 за один день. Продать акции на следующий день 7500. Это было слишком медленно. Но банки не дают кредит таким, как я. Привет, Лев. Вон тот человек в углу. Так, Лев сказал вам, что я ищу краткосрочный кредит? Да, а я сказал ему нет. Но почему? Потому что я раньше тебя не видел, и ты мне не нравишься. А с чего мне давать тебе $100 000? Что я в 5 раз увеличивал деньги 4 дня подряд. Значит, ты помешан на игре? Нет, не помешан. Я смог просчитать определенные схемы при помощи алгоритмов. Если взглянете на 4-ю колонку, это был первый... Хорошо. Да, я помешан. Да, а что если тебя поймают? Что ты будешь делать? Ну, не похоже, чтобы у меня была записная книжка с вашим именем, если вы об этом. К тому же, мне почему-то кажется, что вас не стоит расстраивать. Короче, берешь это, и ты мой. Ясно. Ты понял? Не заплатишь, знаешь, что будет? Я порежу тебе запястье, натяну кожу тебе на голову и завяжу узлом. Ты не умрешь от этого, ты задохнешься. Хорошо. Удачи. К концу недели на моем брокерском счете было больше $2 000 000. Слухи поползли быстро.